Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас ХВЛ Хавайл F7. Мобиль приехал к нам сделать жидкие подкрылки. Показываем готовую обработанную переднюю арку. Максимально обрабатываем поверхность. Наносим мы данный компонент с пульверизатором. Толщина достигает 4 мм. Также он служит защитой металла от коррозии и ржавчины. Ждем, пока подсохнет, чтобы собрать подкрылок, установить на место колеса. Ну а пока ждем, мы обрабатываем штатные подкрылки таким вот мембранным шумопоглотителем. Так выглядят наши жидкие подкрылки, шумоизоляция муферов на автомобиле. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!